Здравствуйте, с вами Бравкович Татьяна, я активный пользователь и консультант корпорации «Сибирское здоровье». И сегодня я хочу вам рассказать о таком замечательном продукте. Это натуральное фитомыло для женской интимной гигиены. Чем оно мне так понравилось, чем оно мне так приглянулось? Ну, во-первых, это натуральный продукт. В его состав входят масло чайного дерева, масло лаванды и масло мяты. Эти составляющие, они очень хорошо обеспечивают антибактериальную защиту, профилактику молочницы в первую очередь. Они очень хорошо снимают воспаление, хорошо снимают сухость, убирают запах. Когда его и где хорошо его использовать? Очень здорово его использовать в жаркую погоду. Он обеспечивает свежесть на целый день. То есть, если вы его с утра применили, да даже и с вечера можно, то целый день вы ощущаете мягкость, свежесть, сухость. А так его очень хорошо использовать беременным женщинам, чтобы обеспечить более такой полноценный, деликатный и нежный уход за интимной зоной. Очень хорошо его использовать после бассейна. Там хлорированная вода, и сами знаете, как эта вода действует на наши деликатные места. После посещения пляжа то же самое, открытые водоемы то же самое. И вот, знаете, экстракт чайного дерева, он обеспечивает очень хорошую противогрибковую защиту. Вот еще самый такой вот нюанс, когда можно заразиться, то есть после открытых водоемов, после пляжа, и сразу встает вопрос, чем бы и как бы помыться, чтобы вот эти вот все бактерии с себя смыть. Вот это вот мыло, оно вот как раз будет служить вам очень хорошей защитой. Пришли, помылись, и, как говорится, можно, как говорится, спать спокойно. Можно даже и ноги им помыть, потому что масло чайного дерева, ну, я думаю, что это многие знают, это очень хорошая профилактика грибковых заболеваний. Вот именно поэтому это мыло выполняет такую классную профилактику молочницы. Вот, так как это тоже является своего рода грибком. Ну вот, в общем, я про него рассказала все. Если вам этот продукт приглянулся, если вам захотелось его приобрести, вы мне, пожалуйста, напишите. Я вам помогу оформить онлайн-регистрацию, не выходя из дома. Для чего она нужна, онлайн-регистрация? У вас будет после регистрации, она коротенькая, ни к чему не обязывает, она бесплатная. Вы сможете делать заказы через интернет-магазин. У нас шикарный интернет-магазин. У вас появится доступ к сайту, на котором вы можете задать вопросы экспертам, врачам, которые вам смогут дать ответы. На сайте есть масса лекций по здоровью, по красоте и мастер-классы, которые вы можете посмотреть. Ну и, может быть, что-то, какие-то полезные для себя полезную информацию подчерпнуть. Значит, онлайн, вот регистрационный номер, он еще дает доступ к центрам обслуживания. В центре обслуживания вы сможете приобретать эти продукты сразу. И еще в центрах обслуживания проводятся различные мероприятия, лекции, там, где также проводят их эксперты, врачи, они помогают разобраться, какими продуктами, в какой композиции использовать для оздоровления при каких-то заболеваниях, с какими лекарствами, как с вашими лекарствами лучше сочетать эти продукты, чтобы быстрее наступило выздоровление, чтобы ваш организм довести до полного выздоровления, чтобы обострение не случалось. Ну, вот как-то так. Дальше уже пишите. Я вам это все помогу сделать. Оформлю вам онлайн-регистрацию, помогу ее оформить, дам ссылочку на онлайн-регистрацию. Сделайте это сейчас, если вас это интересует.
А я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых роликов.